Друзья, всем привет, с вами Светлый, и мы продолжаем погружение в Best Battle Simulator. В чем суть? Суть в том, что мы уничтожаем своих врагов с помощью быков, драконов, коз, страусов и разной другой живности. Также есть маги, танки и многое другое. Кому интересно, посмотрите видео до конца. А мы поехали первый раунд. Итак, что у нас здесь происходит? Первый раунд. У нас здесь находится 1, 2, 3, 6, 8 магов. 8 магов, хорошо. У нас есть 8000, 8 магов и 8000, 8000 рупий каких-нибудь. И нам нужно этих магов покарать. Ну что ж, давайте карать. Корим, караем точнее. Что у нас есть? У нас есть танки, у нас есть пушки. Это же пушка? Да, это пушка. Так, что еще есть? Ох, смотри-ка, что-то новое. Это, похоже, бомба. А, она же на кого-то девается, ну, сейчас проверим. Кстати, у меня идея. А давайте попробуем взять, я не знаю, кого взять там. Кого взять? Так, кто это? Нет, не их. Давай сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Гифало, жирафы. Нет, надо кого-то быстрого. У меня есть идея. Так, давайте берем волков. Некое количество. Допустим, ну, много волков берем. Вот. Из них мы половину сейчас минируем. И потом отправляем минированных волков к магам. Давайте попробуем. Сейчас раз. Вот так вот раз. Я думаю, это победа. Как обычно, это будет победа, друзья. Так. Вот. Вот так делаем. Вот так еще. Ах, ты ж отставить. А, не отставить, нормально. А, смотри. Берем бомбы. А 800, да? И берем волков. И минируем волков. Посмотрим, что у нас с этого сейчас получится. Так, волк раз, волк два. Ну, наверное, на все заминируем. И посмотрим. Я думаю, что магов мы просто разорвем на составляющие. Волки, простите, вам не повезло в этот раз. Такое бывает, такое случается. Так, не хватает еще на раз? Нет? Нет, не хватает. Ну что ж, поехали. Минированные волки против магов. Вперед. Давай. Они не добежали, а другие добегут. И другие тоже не добегут. Жаль, план был хорош, но что-то пошло не так. Хорошо. Попробуем еще раз. Что-нибудь такое придумать. А что придумать-то? Здесь есть кто? Драконы, мегалодоны, терексы. Ну, такое себе. Хотя терексы можно взять. Хотя они долгие. Так, что можно взять? Может быть, джипы? Давайте джипов возьмем. Ради интереса. Что получится? И из них еще парочку заминируем. Вот, допустим, 800. Так, двух. Просто любопытно. Раз и два. Итак, джипы против магов. Попытка номер два. Поехали. Давай. Подъезжаем. Отлично. Сбили. Одного сбили, второго сбили. Третьего сбили. Эй, а где мои минированные? Есть. Это победа, да? Это победа, ребятки. Ну что ж, раунд два. Поехали. Раунд два. Итак, друзья, раунд 2. Итак, тут нас встречают мужики со щитами, мужики с мечами внезапно и какие-то, сука, страшные пушки. Окей. Давайте думать. Я не думаю. Наверное, давайте дракона, потому что эти твари будут стрелять по нам. Вот, одного дракончика поставим сюда. Так, сюда дракона и... Давайте двух драконов. Два дракона против вот этой вот херни. Отлично. Итак, два дракона против, собственно, мужиков с чем? Со щитами. Драконы против мужиков. Поехали. Драконы молодцы. Опа, отлично. Дракончик, давай. Давайте, драконы. Я вас верю, ящерицы мои. Давайте. Кто победил? Не мы, да? Нет, не мы. Не получилось. Окей. Пробуем что-нибудь еще. А давайте возьмем, возможно... А, помните, в прошлый раз были быки? Хорошие такие клевые быки. Возможно, получится. Где быки? Быки где? Где быки у меня? Я потерял быков. Быки. Буфало. Где? По идее, буфало должно быть на Б. Вопрос, где я-то? Я в глаза, похоже, это не вижу ничего. О, вижу. Буфало. О. Берем быков. А давайте снова пробуем фишку с минированием. Вдруг получится. Давайте попробуем, проверим. Должно, по идее, получиться. Вообще, это хороший такой козырь. Вот так. Сколько там у нас получается? 29 быков. Маловато, конечно, но маловато. Нужно больше быков. Больше быков, богу быков, как говорится. Так, быки. Вот сюда быки. И сюда быки.
Какие молодцы. Какие красавцы, как говорится. Что-то меня заело, как говорится. Так, быки. Ага. Так, есть контакт. 46 быков. А денег осталось ни о чем. Ну давайте, ладно, возьмем бомбы. И поп... А где бомбы? А куда они делись-то? Были же кэнон, миниганы. А, ладно. Давайте возьмем огнеметы. Раз, два. У нас будут быки с огнеметами. Впервые в истории. Бык, мать его, с огнеметом. Это что-то новое. Куда? Сюда иди. Я думаю, что они сейчас порвут. У нас, в принципе, в начале всегда получается быстрее. Первый раунд у нас быстрый, потом начинается жопа. Особенно четвертый, пятый раунд, они у нас самые какие-то страшные. Ну ладно, это уже чухня, болтовня. Ну, давай, вооружаем. Ага, есть. Так, быки с огнеметами против мужиков со щитами. Поехали. Во-во-во, давайте бычки, молодцы. Есть. За ничего, просто быки творят жизнь. Просто жестят бычки. Как этого канале. Садом Гамора. Там быки. Че, все? Ну что ж, это победа. А это победа, это значит, что третий раунд. Едем дальше. Итак, друзья, раунд 3. И тут у нас снова футбол. Ну, в этот раз он необычный. Смотри, у нас тут два дракона и птеродактили. Ну, в принципе, у нас в наших роликах ни один раунд не происходит без футбола. Поэтому сейчас будем думать. Драконы и вот эти вот ребятки, они все летающие. В принципе, я думаю, что это будет легко. Берем кого-то не летающего и просто забиваем три раза мячик в их ворота. Вот в их вот эту вот щель. Так, давайте возьмем раптора. Давно их не было у нас в футболе. Ребятки, между прочим, очень даже неплохие. Вот так, рапторы. Сюда еще одну группу. Что-то слишком просто, но здесь слишком много денег. А, давайте возьмем тогда еще кого-нибудь, например. Кого взять-то? А кого еще можно взять-то, я не знаю. Тут кто-нибудь есть? Айсма, маги какие-то есть. Давайте Терекса, что ли, возьмем. Раз, два, три. О, отлично, три Терекса и рапторы. Итак, ну что же, динофутбол, поехали. Что-то сегодня теряюсь, извините. Такое случается. Так. Куда он забивает? Собака такая. Это не дракон, это собака. Собака это не дракон. Что ж ты делаешь-то, негодяй, негодник? Рапторы, вперед. Рапторы. Давайте, рапторы. Ну. Ребята, берем мяч. Дракона мяч отнимаем. Отлично. Побежали к воротам. Терексы нихера не успевают. Терексы. Ну что, еще один гол, да? Еще один гол будет? Ну не, ребят, не надо так делать, не надо там играть. Играйте в других воротах. Здесь не играйте. Ай, да. Не получилось, не хватило, не повезло. Попытка номер 3. Ну и что? Ну, давай, забивай, не забивает, мяч летит на нас, не попадает. Окей. Рапторы бегут, рапторы молодцы, догоняйте мячик догоняйте. Не. Блин, они быстрые, это плохо. Они же все летают, это тоже очень плохо. Окей, нас порвали, будем думать, что сделать дальше. Хорошо. Ладно, попробуем по-другому. Так, сбрасываемся. Они не со скалы, а, собственно, здесь. Так, мегалодоны, терексы, спинозубры. Блин, вопрос. Здесь ничего. Что же можно сделать? Эти... Вопрос. Не знаю. Надо кого-то пройти из динозавров. Наверное, да? Так, ты кто? Нет, ты не катишь. Может быть, змеи? Не знаю. Давайте змеев возьмем. Змейки, может быть, и понтовые будут. На все. Змеев на все. Просто интересно. Итак, змеи против дракона а-ля футбол. Змейки вперед. Давай. Ползи. Забивай, ползи. Ползи, забивай. Вот, ребятки ползут. Ребятки молодцы. Давайте. Футбол. Это футбол, кто не знает. Змеи, ползите за мячом. Драконы останьте от нас. Давай, забивай головой. Вот. Почти. Блин, дракон, скотина. Скотина, дракон. Змеи, давайте. Не сюда. Отлетай, молодец. Блин, змеи очень медленные, но, в принципе, полезные. Хватит херню заниматься. Ну, давай. Червяки, давайте, мои червяки. Не сюда, вот. Нам пока повезло. Ну.
Где? Где? Что? Кто? Не сюда, блин. Хоть дурдом происходит, а? Аж страшно. Ты один остался, змей? Бедняга. Что с тобой? Что творится, а? Что происходит? Что происходит? Да, что-то нас рвут. Ну. Нет. Ладно, пробуем еще раз, посмотрим, возможно, это везет. Давайте. Давайте, змейки. Змеи. Удар головой. С головы бейте, ребята. Ну что вы творите, а? Ну вы не люди, не люди. Хотя это разумно. Закусайте вы там уже дракона, а? Он подбешивает. Змеи, разворачиваемся. Змеи. Обратно, все обратно. Ползем обратно. Вот, ползем. Обратно ползем. Ну что вы делаете, гады, что вы творите? Ну нет же, ну не так. Нет, это делать. Не повезло, окей, не повезло. Змеи, еще раз, я вас верю. Давайте, мои безногие. Возьмите себя в руки. Что за жесть, а? Ну, змейки, ну че вы, ну, змеи, давайте, блин. Не повезло. Надо кого-то другого. Очевидно. Кого еще можно взять? Маги. 7 магов, да именно наконец будет. Хотя, может, проверим. Да, мне кажется, нет. Мужики долгие, блин. Вот и вопрос. Вооружать их смысла тоже нет. И эти... Возможно, взять со счет скорости. Может быть, гориллы. О, может быть, наши зебры, они молодцы. Так, берем зебра, да. Зебры прекрасны. В прошлый раз они нас выручили, поэтому да, давайте зебра. Итак, зебры против драконов, а-ля футбол, поехали. Попытка уже, хрен пойми какая. Зебры. Вот, зебры, красавцы, не трожь, зебры, скотина. Зебры, давай. Блин, они быстрее от нас. У нас больше. Зебры, соберитесь, зебры. Зебры, собираемся, не отстаем. Вот. Зебры. Не сюда. Отлично, не сюда. Что происходит вообще? Гаденыш какой, с головы забил. Забил с головы. Собака, а не дракон. Собака, сволочь. Зебры, соберитесь. Он упал. Бедные зебры, а. Ой, какая жесть творится. Какая жесть, что? Нет. Зебры. Не горим. Бьем по мячу. Вот. Сейчас будет гол. Это будет удар. Не будет удара. Зебры, давайте, зебры, я вас верю. Вы должны победить. Должны же? Должны. Нет. О, молодцы. Что происходит? Вы куда мяч? Все, они улетели с мячом. Это беда. Где мои зебры? Их почти не осталось. Надо их убирать, птеродактили, они вредные. Ну, нет. А здесь все, здесь уже зебрам, зебры уже не помогут. Ну, ребятки, ну давайте. Гад какой, ну ты гадёныш, дракон вообще не в тему. Как же нам дракона-то попадать? Причем двух драконов попадать. Окей, пробуем. Ну куда вы, собаки? Понятно. А, я в растерянности в очередной раз. Ну ничего, сейчас отобьемся. Что-нибудь придумаем. Хорошо. Анималсы. Шарки, кинг, пингвин. А давайте пингвинов. Я в них верю. Они клевые. Вот так. Вот сюда еще на ворота. А что, все? А, деньги, все. Итак, королевские пингвины против драконов. Поехали. Пингвины, давайте. Вот, понижаемся и поехали. Ты что там встал? Давай, падай. Вот, молодец, упал. Пингвины, давайте. Что-то они вообще ни о чем. Пингвины, вы что творите? А что с ними? Они больные? Вы что, наркоманы творите-то? Вы что? Соберись, пингвин. Эй, ребятки. Что с вами? У нас футбол, у нас игра, у нас матч важный. Понятно, вам вообще по херу, да? Понятно, спасибо, пингвин. Спасибо вам, пингвины. Вы прям, блин, молодцы. Вот, давайте, собираемся. Ну, это не серьезно, да? Чего они делают? И чего они встают? Подожди, мне пока даже нечего комментировать. Здесь нечего комментировать. Понятно, это разгром это, короче. Хорошо, пробуем по-другому. Ой, кого взять? Ладно, пробуем тирексов набрать на все. Может, получится у них.
Блин, они долгие. Не надо кого-то по это. Давайте спинозавров. Раз, два, три. И, возможно, маленьких кого-нибудь еще. По 502 этих. Вот так. Динозавры против драконов. Поехали дальше. Давайте, ребятки. Вот-вот-вот. Давайте. Мяч. Куда? Ну, в очко же пропустили. Ну, по-детски, а. Вы не драконы, в долбоклюи. Ну, драконы, динозавры. Да не важно. Один хрен долбоклюи. Ну, давайте. Че, еще раз так же, да? Да ладно вам, ну нет же. Ну два раза невозможно. Возможно. Возможно, как выяснилось. Давай третий раз. Ну, где? Ну давай. Ну что это? Ну что это такое? Ну что это за безобразие-то, а? Просто жуть. Жуть какая-то, жуть творится, ребята, жуть. Ну. Гол, нет? Не, смотри-ка, не гол. Смотри-ка, мы тут можем что-то даже сделать. Какие они медленные, а? Это какая-то жесть. Они просто очень медленные. Почему? Что там творится, ребятки? Кто победил? Кто проиграл? Что происходит? Нет, не гол. Смотри-ка, не гол. Эх, вы ящерицы долбанные, а? Давайте, мои хорошие. Давайте, мои ласковые динозаврики. Нет. Ну, вот, отлично, с головы. Но это не гол. И снова не гол. Ну что это такое? А ты не спеши уже никуда. Ты главное себя не переутруждай. Беги себе спокойно. Вот, да, ты видишь мячик. Ты идешь к своей цели, ты стремишься к этому. Молодец. Какая жуть, какое позорище. Что это такое? Ладно, понятно. Так, миниганы, все не то. А, ладно. Раз, два. Три. Может быть им пулемет дать, а? Нет, лучше огнеметом дать. Огнеметы всегда вручают. Потому что я думаю, что похоже, но нам нужно будет перебить этих самых негодяев. И да, потом уже забивать. Возможно, это поможет. Вот так. Итак, Дина, футбол, погнали. Давайте, ребятки. Вот, блин, отлично. Главное перебить 50 актерей и дракона. Давайте, ребята, соберемся. У нас футбол, не забываем про это. Вот, давайте. Где мяч? Мяч у кого? Ага. Мяч у наших псевдоактерий, еще не у наших чужих. Не бей, гад, не смей бить туда. Отошел отсюда. Не, тут куда ты, гад? Сволочь, а? Вот сволочь. Давайте еще раз, я вас верю, ребята. Жги его, вот, отлично. Всех жги. А, нет, не туда, ребята, не туда. Отлично, пошли. Бежим. Бежим, за мячом бежим. Сейчас забьет, чувствую. Вот прям чувствую, что забьет. Не, не забил, а шарик. Спалите вы их нахрен, этих птеродактилей. Отлично, есть. Куда? Не сюда, отлично. Бежим дальше, драконы, идите нахрен отсюда. Динозавры, давайте, жгите. Бежим быстрее, говорю. Ну что, гол-то будет? А, смотри, мы сейчас собьем последнего псевдоактиля, и потом уже нас никто не остановит. Потому что мы мощь. Козел, он, смотри, он еще летает. Давайте не гол, а. Ох, это будет долго. Ребята, давайте. Вы не спешите, главное, да? Спокойно, размеренно идем за мячом. Я думаю, что в древности такая херня уже была. Давай, бей! Отлично. Это гол? Это же гол, да? Да, это гол, ребята, это гол. Мы сравнялись, мы нашли тактику победы. Тактику успеха, я бы сказал. Замечательно. Ребята, давайте еще раз точно так же. Жди его. Вот. Выбивай. Отлично. Смотри-ка, прикольно получается. Они молодцы. Дракон, гад какой, а. Ты давай тут не подходи к нам. Ты нам не нравишься, мы тебя не любим. Гад какой, а. Жгите его. Вот, козлы, они забили нам гол очередной. Так, счет 2-1. Идем дальше. Ну, это мухана, это понятно. Так.
Угу, отлично. Ребятки, давайте зажгите дракона. Бей, 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 головой бей. Эх, не успел, эх, промазал. А что это такое там было? Что такое летает? Или показалось? Это кто? Это что такое? Ты это видишь? Что это за пчелы? Кто это вообще? А что это такое было? Ну ладно. Ладно, 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 ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. А давайте снова рапторов, только с огнеметами. Возможно, получится. Тинк. Тинк. Ну да, я думаю, что получится. Давайте. Сейчас это будет, наверное, долговато, но я постараюсь побыстрее их вооружить. Так, блять. Да что это? Раз, два. Хотя бы первые ряды. Три. На-на-на-на-на. Ну давай ты. Почему это так долго, господи, а? Вот что я не люблю в этой игре, тут. Тигамутину. Вот с этим. Но я думаю, что мы победим. Должны, по идее. Если мы спалим этих, как называется-то, птеродактилей, то мы, наверное, победим. Потому что дракон-то медленный, он ничего не успеет сделать. Мы будем просто лидировать с мечом. Ну, понятно, очевидно. Как всегда. Как всегда будем лидировать. Какой же херню я занимаюсь, а? Но это весело, это весело. Ага, так, два ряда у нас готово. Ты почти... А, ты все. А, давай тебе еще дам. Чтоб ты не был обделенным. Все, поехали. Итак, что, господи, сказать тоже. Рапторы против дракона. Погнали, футбол. Давайте, рапторы. Рапторы, давайте, давай, давай, давай. Рапторы, молодцы. Рапторы. Ух, нет, ух, сразу гол. Вот так сразу, да? Фу, это жесть какая-то, это какая-то жесть. Ребята, давайте, давайте, давайте. Рапторы, давайте. Спалите всех нафиг, ребята. Да что такое-то? Смотри, он прорывается и просто забивает гол. Значит, так тоже не сработает. Он тупо нас давит этим могуществом своим. Ну. Не-не-не, давайте, давайте, ребята, давайте. Футбол. Это футбол. Одни ворота, правда. Ну, слава богу, не забил. Забил, нет? Я забью. Не, смотри-ка, не забил. Ребятки, давайте, давайте, давайте. Ну что такое-то, а? Что происходит? Что происходит-то? Как же здесь победить? Вот. Не успели, не успели мы. Я думал, сейчас перехватим инициативу, но не перехватили. Это хана раптором, да? Да, похоже, уже все. Бедняга. Бедняги мои. Ай, тихо, тихо. Что творите-то? Что ж вы, гады летающие, творите? Курицы вы небесные. Ну, не, ну это не серьезно. Изящно, изящно. Ну все, в девяточку забил, гад какой, смотри на него. Ты на него посмотри. В девятку забил. Ладно, хорошо, хорошо, мы не сдаемся ни в коем мере, ни в коем разе, ни в коем случае. Но тактика, я думаю, примерно такая и должна быть. Мегалодон, да ты беспонтовый. Они очень медленные, да. Может быть, слоны с огнеметами смогут. Но они медленные тоже. Йети. Шарк. Кого-то надо. А кого я не знаю. Мегалодон. Два мегалодона с огнеметами. Сильно вряд ли. Сильно-сильно вряд ли. Тирексы. Колдуны. Не знаю, пока-пока не знаю. Длина шеи тоже вряд ли смогут забить. Хотя... Нет, они в другом случае помогают. Хотя, а давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, допустим. На пятого есть, пятого есть. И вооружим их тоже чем-нибудь таким полезным огнеметом очередным. Раз, два, три, четыре. О, как четенько, смотри, как четко все вышло. Итак, диплодоки против драконов. Футбол, футбол, ребятки. Какая жуть. Ну это клево, это необычно. А чё они падают? Вот, молодцы. Диплодоки, молодцы. Давайте, ребята, футбол. Разворачиваемся и идем туда. Вот, 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 мячик, мячик не пропускаем. Молодцы. Давайте еще гол забейте. Давай, давай, гол, 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 ребята, гол. Ну, диплодоки это футболисты, у них природа. Так, задумываем, что они должны быть быстрые, эффективные. Большие молодцами, в общем. Ну, ребята, не сдаемся, не сдаемся, ребятки. Ха, мы дракона подпалили. Слушай, они жгут. Ой, в смысле, они молодцы. Жгут-то не в любом случае, да.
Ну. Ребята, не, блин. Хреново. Плохо. Итак, счет 1-1, идем дальше. Давайте, депотоки, давайте. Ну, давай. Дракона уберите нахрен отсюда. Не, слушай, они могут победить, но надо что-то продумать. Возможно, что-то доработать. Возможно, мы одного уберем, если проиграем, и попробуем его с четырьмя, но более вооруженными. Вдруг получится. Итак, продолжаем. Итак, поехали. Все происходит. И нам забили, ребятки, нам забили. Увы. Так, а давайте, знаете, что сделаем? Давайте возьмем диплодоков. Вот что я подумал. Возможно, получится. Так, как они, брахиозавры? А, брахиозавры, да, не диплодоки. Раз, два, три, четыре. Так, и давайте их вооружим чем-нибудь, да? Допустим, огнемет раз, огнемет два, огнемет три, огнемет четыре. А давайте их полностью вооружим на все, что можно. Что еще можно? Это что такое? Бомбомет поставим вот сюда. Вот сюда поставим бомбомет. Да что ты, ставим сюда бомбомет, говорю. Вот. А да, ты издеваешься? А, денег нет. Это я дурак. Простите, каюсь. Тогда поставим лазер. Вот так. И тебе тоже. Вот, отлично. У нас получается четверо. Четверо. Тебе не хватит, не хватит. Ну что ж, поехали. Диплодоки против драконов. Футбол. Давайте, ребятки. Вот. Давай. Что это, гол, да? Быстро. Надо по-другому расставить. Наверное, надо по-другому расставлять. Во, давайте. Еще гол. Я понял свою ошибку. Я осознал. Давайте не будем тратить время. Потому что и так будет долго. Ролик большой, поэтому по-другому сделаем. Сюда. И сюда. Вот так будет хорошо. Так, огнеметы. Сюда. Потом берем, ну давайте миниган, наверное, тоже сюда. И все. Еще. Лазера по 200. Вот сюда лазер. И вот сюда тоже лазер. Все, ребятки, это будет победа. Поехали. Вот. Молодцы. Ха-ха, просто жгем. Всех выжигаем. Диплодоки. Не, ребятки, не так. Не, блять, это гол. Это очередной гол. Какого хрена гол? Драконы достали. Ну, давай. Ну, сожгите его нахрен. Ну, ребята, давайте, ждем дракона. Забиваем гол и ждем дракона. Не ждем. Гол. Ну. Отлично. Смотри-ка, мы победили в этот раз. Ну, почти. Все, дракону конец. Мы его забомбили. А сейчас ребята подойдут и забьют гол. Мы никуда не спешим. Мы ждем. А может, и не дойдут. Почему он не пойдет? Ну что такое? Почему вот так? Он застрял. Вот он выбрался. Молодец. Давай. Ты что делаешь? Зачем ты по нему стреляешь? Ты вот головкой так мотни и забей. Мотни головой. Головой мотни, гад. Давай. Погоня за мячиком. Какая жесть. Ну, давай. Давай, не в ту сторону. Вот сюда. Молодец, давай. Мы в тебя все верим. Все в тебя, идиота, верим. Какая же хрень тут творится, а? Почему? Почему ты такой медленный? Он застрял. Он снова застрял. Нет, надо кого-то поменьше. Это, я думаю... Круто. Смотри, он сам себе забил гол. Замечательно, диплодок, ты молодец. Да. Едем дальше. Отлично. Ну. Ток. То, что, где? Да, диплодоки в футболе, похоже, не совсем негативно. Ладно, будем думать, что еще сделать. Диплодоки, давайте. Впрочем, понятно. О, смотри, как гол. Вот это я понимаю удар.
Вот это удар. А кто в них не верил? В них все верили. В них верили все. Давайте, ребятки, еще давайте. Вот, выжигаем, отлично. Ну, я вас верю, ребята. Давайте, футбол. Футбол он такой, это жестокая игра. Ребята, дойдите до мяча, догоните мяч. Вот, отлично. Мяч у нас. Давай гол. А, смотри-ка, второй гол. Счет 2-2. Решающий итоговый матч. Ну, давайте. Только не проиграйте, пожалуйста. Пожалуйста, не проиграйте. Вот сейчас до упора, ребят, как хотите, до конца нужно бороться. До упора. Вот до талого. Ну. Так. Мы всех перебили, главное самим не сдохнуть. И гол себе не забить. Как мы это любим. У нас есть живые динозавры? Живых нет. Ну, в смысле, не раненых. И чем это закончится в таком случае? А кто победил? А что делать? А, третий раунд еще раз. Давайте, парни. Давай. Не даем дракону пройти. Блин, они прорвались. Так, отлично. На ту сторону поля уходим. Замечательно. Вот, давай. Не сюда. Ладно, возможно, все получится. Не, блин, ну как же так? Как же это обидно. Так, давайте возьмем кого-то поменьше. Терексы были, они беспонтовые, хотя... Трицератопсы, может быть. А давайте попробуем. Раз, два, три, четыре. 5. Сейчас. И вооружим снова так же. Я думаю, иначе здесь никак. Вот, вооружаем. Замечательно вооружили. Нам что-то еще дать, да? Так, у тебя это уже есть. Давайте пулеметы. Пулеметы мне нравятся, они хорошие. Вот. Мало. Ну ладно. Итак, поехали. Трицератопсы против драконов. Футбол. Вот, отлично, смотри, как будет интересно. Куда? Ух ты, матушки мои, куда ты полетел? Что тут происходит? Ну, давай. Слушай, они пошустрее немножко. Давайте, ребята. Бей, из головы бей. Отлично. Ну да, меня не сельсик, сволочь. Давай. Смотри, как бегают быстрее. Вот, ух ты ж, маковка моя, что происходит? Давайте, ребятки, забивай, бей. Не туда, но уже успехи есть. Ну, по сравнению с тем, что было в начале, у нас все уже успешно. Давайте, трицератопсы, давайте, бегите, валите дракона, берите мяч. Вам нужен мяч, ребята, давайте. Не сюда. У кого будет мяч, непонятно пока что. Но мы пытаемся. Собака, не попал, молодец. Давай, трицератопс, давай. Ну, такой дракон, негодяй. Ах, какой момент был, а? Как все было ожесточенно. У кого же будет мяч? Ну ничего, мы победим. Я верю в нас. И снова все улетает вверх. Ну ничего. Чё, откуда птички? Это же нечестно. Ну, давай, беги. Беги, догоняй. Догоняй, беги. Плохо что. Не сюда. Да, улетели. Блин. Нас четверо осталось. Ну, слушай, шансы, в принципе, равны. А, возможно, у нас получится. Блин, не получается. Пока не получается, но все возможно. Не сюда. Отлично, идиоты. Страшно было. Дракон? Тебя же убили. А, и другого убили, важное. Ну, давайте, ударьте вы уже. Так он-то не особо опасен. Нам главное вот эти птичек перебить. Будет нам счастье. Ну, давай, бей. Блин. Угу, нифига. Ага, есть. Отлично, я что-то завис. На просмотре всего этого. Ну. Так, дракона тоже скоро снимем.
кого же будет мяч? Ну, ну, трицератопсы, давайте, давайте, мои хорошие. Беги. Блин, там птица. Беги, беги, бегите, ребятки, бегите, я вас верю, бегите, бегите, ребята. Только не гол. Это какой, а смотри, он там горит, отбитый уже весь, но он еще пытается. Нет, 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 да что ты будешь делать-то, а? Ну, продолжаем, продолжаем. Ну, ну, ребята, где вы, где вы, где вы, где все? Это третий гол будет, да, уже? А хрен наплавал, да не дождетесь. Мы так просто не сдадимся. Собака. Да. Нет, явно нужен динозавр. Я в них уверен.